Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас начинается выходные, начинается последний выходной. И посмотрим, какие сегодня нам акции. Последний выходной месяца, последний выходной лета. Посмотрим, какие акции у нас сегодня приготовили. Завтра, скорее всего, будет уже новый Battle Pass. Мы его увидим. Возможно, на Тайване будет даже быстрее. В 7 вечера он должен обновиться, по идее. Посмотрим, что там интересного есть. Юрик на меня напал. Попал ты в кадр. Так. Смотрим. Временные акции. Ну, в принципе, зефира можно собрать. Что по остальным плюшкам? Пятые сундуки, они такие толком не продают. Стрелок, оккультист целый сразу продается, неплохо. О, ничего себе. Посмотрите, какая халява, ребятушки. Один самик, топовые сундучки. Зайдем еще сразу на сардельку. Заберем потом. Так, давайте посмотрим, что с них падает. Мы их еще не забрали. Сейчас мы их заберем. Так, что у нас есть интересного? Смотрим. Вот они все. Пасхальное яйцо 1. Такое себе 10 скина, но в принципе все равно плюс. Хоть какой-то подарок. Так, тут у нас может выпасть немножко космо. Либо какой-то скин 25, ну тоже такое себе. Так, вот это поинтереснее. Здесь, если повезет, можно вытащить маскировочку. О, отлично. Вот эта вот тема очень классная, особенно будет для моей Фреи, если я ее вытащу на... сардельке. Так, опять скин. Ну, конечно, 9-й мешок они всунули. 5 осколков свалено. И... фобы. Ну, такое, знаете, такое, чтобы там прям мега подгон был. Просто расходники такие, которые вы... Лучше бы, конечно, дали, мне кажется, сундуки, было бы поинтереснее. То есть здесь скин. Вот единственное здесь, вот это вот одна штука, которую... Тут скины и осколки там, которых там, ну, не факт, что вы их вытащите. Ну, здесь единственное, это руна. То есть, со всего этого, это реально самое кайфовое, это пасхальные яйца вторые. А, то есть, это реально классная вещь. Так, сейчас я запущу. Давайте сразу же десяточку. Посмотрим, что там у нас получится по плюшкам. Ну, в принципе, и так неплохо. Так, что у нас еще есть интересного? О, кузница лепрекона, набор необычные, цветущие, магазинные безумия. Давайте посмотрим, что здесь поменялось или не поменялось. Так, рунки, фоба по 2, по 10, оккультист по 20, 100, скины по 50 начали толкать, это неплохо. Зефирка по 10, вот это хорошо, видите, уже распродано, там, наверное, по штук 5 было, не более. Так, разбей яйца, посмотрим. Сейчас счастливая сокровищница. В общем, ничего более такого интересного нет. Сокровищница, я вам уже показывал не один раз, бессмысленная. Так, огнекрыл, Гугимена, Сура, Фрея. Ничего не меняют, зефира не добавляют. Давайте еще посмотрим сокровищницу. Может, здесь что-то поменялось. Космо. Вот так вот. Поставили сюда космо, убрали. Вообще бессмысленно ради космо играть в эту акцию, я считаю. Никакого смысла нет. Так, один осколок.
Что у нас? Разбиватель яиц. Зефир, Фоба. Здесь они осколки. Ну, такое себе. Так, поехали на Тайвань, сбегаем, посмотрим, что у нас тут обновилось интересного. Так, а на Тайване дают вот такой вот наборчик за один самоцвет. Блин, да мне кажется, он даже получше, чем то, что нам дали. Единственное, там маскировка. Так, хорошо. Вот, за 300 самов тоже можно забирать. Так, расходники. Ну, такое себе, ничего больше такого нового не вижу. Хрусталька. Ну, хрусталька уже была, вечером поменяется. Пират был. Здесь заходить, не забывать забирать зефира. Так, что у нас здесь? Через 10 часов вечером, в общем, откроют. Так, поехали на английский сервер. Глянем, что на англи, еще на десятки заберем. Ой, говорю, на десятки, на сардельки заберем плюшки. Так, английский сервер. Вот такие вот бы паки давали на русском сервере. Это было бы повеселее. Так, ну тут ничего такого интересного. Все то же самое, куча. Донаты, коллекционер. Вот 300 за суккуба дают. Неплохо, здесь только одну сумку. Было раньше получше. Фоба. Ну такое, дискаунт. Дискаунт такой себе. А давайте, кстати, на АЭС еще забежим. Сейчас забежим на десяточку. Заберем на десяточке плюшки. Так, это наша десяточка. А я пока... Так, сарделька. А, это мы на аккаунте Петра. Надо перезайти. Хорошо, что его сейчас нету в сети. Я так и не перезаходил. Так, заходим на десяточку. Фу ты, блин, что десяточка? Вот что-то десяточка. Надо однозначно сегодня на десятку зайти. Так, забираем плюшки, халяву. Самое главное забрали, остальное нам не надо. Так, получить. Ежедневный вход, как обычно. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот я. И буду говорить, кто... Ну, хоть места добавил. Места хватает лично. Ладно, сделаем наверстать, так и быть. Так, а что у нас тут с бесплаточки? Блин, опять места не хватает. Да вы издеваетесь. Так, ну что, поехали. Бесплатно. Понятно все. Так, нам нужна маскировка. Мешки с эмблемой. О, два утекания первых. Это жестко. Так, на Анубиса. В принципе, Анубис мне надо. Скин. Так. Дай маскировку, пожалуйста. Блин, дала таланта. Жесть. Ну, в принципе, с другой стороны, как вариант, можно перекачать. Но, блин. Я хотел эмблему. Честно говоря, потому что эмблема была бы мне намного лучше. У меня уже выживание прокачано на фрай. А скина, кстати, так и нету, поэтому... О, нифига себе, 20 осколков фоба, ребятушки. 20 осколков, когда я его соберу? Это жесть.
Так, давайте сразу же зайдем сюда. Парящий. Опять шестая сумка, да они просто издеваются. Так, окей, запускаю я второй экран. Сейчас мы с вами сбегаем. Еще глянем, что делается сегодня не в Brawl Stars. Что сегодня делается в Castle Clash на Айсе? Вот наш АЭС. Так, смотрим, что здесь по акциям. Ну, акции те же, что и на английском сервере. Я это уже показывал, говорил, что они одинаковы. Один в один. Базар. Коллекционер. О, здесь коллекционер. Посмотрите, какой колер. Вот это коллекционер. Выбиваешь космо, блин, еще топовые плюхи. Вот это реально кайф, ребят. Парящий. Опять, блин, один мешок. Они издеваются, что ли? Магазин скидок. Вот здесь... Нифига себе, вторая сумка. Посмотрите, за 7 этих. Ну, у меня нету столько. Ну, круто, вторые сумки продают. За 700 самов. Ёпары СТ, 100 слизней. Ребятушки, 100 слизней за 700 самов. Где мне 700 самов? Я, блин, нихрена не фармил. Надо что-то думать. Надо квесты делать. Только квесты эти мы ничего не сделаем. Блин, обидно. 1 плюс 1, разбей яйца. Все остальное так же. Ну, в общем, вот так вот, ребят. Такие вот плюшки, такие вот акции. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Всех с последним днем лета. С началом осени. Всем удачи, всем пока.